Так, ладно. Пока товарища нету, немножко так подурачимся в быстрой игре. Это быстрая игра. Небольшой, кстати, опыт на ДДшниках у меня есть, но это так, на всякий случай. Салфетка, на которой сидел кот. Вы прибываете в Париж. Ла Пари. Здесь я, кстати, уже побеждал. Именно на этом персонаже. Даро, Данил, ты чуть-чуть не успел. Сколько? Секунд 40 ты не успел. Сейчас, мне уж тогда надо в быструю сходить, потому что... Ну, быстро это говно не продлится, не бойся. О, сегодня, кстати, по-моему, Overwatch Лига будет. Я сегодня посмотрел, как медики в Overwatch Лиге играют. Записи 9 мая. Я чуть не охуел, блядь. На море человек просто, блядь. У меня голова закружилась от того, как он мышкой, блядь, хуярит всеми, сука, способностями, блядь. Но самое главное, чего я охуел, это то, что когда он высасывал, блядь, Анну, он пустил желтый шарик, пошел вперед и начал сосать. И хилил себе одновременно, то есть, когда сосал. Я такой, нихуя себе тактический ход. А в меня кто-нибудь стрелять будет? Может, кто не знает, но... Вообще, там надо стрелять. Блять, как ты меня бесишь! Следующий. Чё меня там, блять, долбит? А, ясно. Почему как? Во-первых, почему как? Во-вторых, я сейчас немножко на тебя обиделся. Потому что я тоже хуярю урон, чтобы быстрее высосать. Да. Сказать нельзя было, или ты думал, что тебя нахуй пошлю с таким советом? Использовать барьер для укрытия. Объект потерян. Новая позиция обороны. Объект. Блять, как мы проебали сейчас. Ой. Я на самом деле реально, я не понял, откуда меня долбит. Все, сука, стоят спереди, меня что-то долбит. Опять он за... Иди сюда, блять, брат. Ну заебись. Ой. А где команда? У меня золото по убийствам. И по убийствам. Один человек сдох за эту игру. Один, блядь. О. Ну чё? Куда ты, бля, денешься, сука, с подводной лодки, нахуй? Кто меня там ебет? Добейте ее, пожалуйста, Аллаха ради. Нет, походу это продлится какое-то время.
Еби его, еби, блядь. О, у нас расист прибыл. О, неужели? Хуйню сделал. Надо было shift нажать. Не обязательно целиться за Арису щитом. Мне нужна конкретная точка, чтобы... Это... А, это не наш. Но, к сожалению, блять, я не могу играть соло. Соло игры не выигрываются. Просто пошел, чел. Всех спас. Ну, у танка, блядь, 4 золотые медали. Сначала у меня было золото на первой точке, потом второй танк взял золото. Я не понимаю, что с ДД в этой игре. Причем это регулярная ситуация. Просто, если, условно говоря, из... там большинство танков и большинство, ну, кроме, ну, большинство, большая часть танков, большая часть хилов, она универсальная. Все ДДшники в этой игре, сука, строго, блядь, ситуативны. И люди всегда, сука, почти берут не то вот в таких ситуациях. Так, где ты там? Ку-ку, ёпта. Так, нет, стоп. Ку-ку. Нет, блядь, не та кнопка. Так, не понял. Ну, здорово, блядь. Так, почему у меня... А, все, работает. Ну чё, рейтинг, обычку, я не знаю. Пока что обычку, потом рейтинг. А у меня есть пропуск на обычку. Хотя, стоп. Фармим. У меня 10 пропусков, а нет больше. Чё, как настроение? Ну, что хочу сказать. Вов, классика умер официально. А я хочу в классику поиграть, поэтому, к сожалению, все идет по пизде. Официально. Блять, я такой пиздатый скин купил на эту годовщину. Открыли все эти скины. Ну, часть из них. Ой, я как-то, когда увидел скины, что-то понял, нет, спасибо. Наука укажет путь к истине. Это не в моих привычках, но в этот вот раз это я лично прослежу за ходом миссии. Чай, раскликаюсь. Мне очень понравилось, как чел в Overwatch League, он, короче, делал вот так. Когда так больше хил приносит. Ах да, щитов нету. Однако, здравствуйте. Лишь повод сменить парадигму. Бегу. Это должно вам помочь. Моя благодарность. Противник обнаружен. Ты разрешена вражеской группе. Какая троель? Легкое прикосновение. Нам все. Все в теле.
воплощение моей боли. Остановитесь, мне требуется помощь. Ща этот слева пуч заходит. Справа. Наводит на размышления. Перегрузка системы. Это должно вам помочь. Воплощение моей воли. Зоя-то по убийствам, и по хилу, и по убийствам у объектов. Неплохо, неплохо. Не будь у меня 3000 урона. Только не говоришь, что у тебя золото по урону? Да. Все ясно. Бля, я так отвык от саппортов, вот серьезно. Я так хочу сейчас за танчиков поиграть. За танчика, если совсем конкретно говорить. Чё, сейчас 20 лет будем так же дрочить, как и они. Они просто помирают. А, понятно. Это я. Нихуя себе, на пробел можно включать вид от третьего лица килкам. Люблю золото по хилу и по урону. Я аж в конце вообще перестал хилить, я не понимаю, что происходит. Будьте осторожны. У меня бронза по исцелению. Ладно, я вас понял. Не, это эхо, это невозможно хилить. Она умирает секунду за секундой. Двойное. Новое начало. Держитесь рядом. Новые идеи. Медика, срочно. Это вас исцелит. Держи. Благодарите. Сила
Да, блядь, что ж я со тупой-то такой? Все называешь, что мне 200 хп. Наводит на размышления. Ну, все, Зои-то по исцелению. Ой, все. Бля, тут долго обходить. На колени предо мной. Вперед, покажи. Пиздал. Бывает. Бля, ну я попытался. У тебя золото по урону, да? И по исцелению. Не, золото по исцелению у меня. Сколько у тебя? 3200. 3409. Чё? Выполнение задач сколько у тебя? Блять, не успел посмотреть. Изи, просто вот учила, ну ладно. А, выполнение задач 12 секунд. Да, да, да. Убийц 10 золота. Бля, я не буду этих ДДшников схвалить, даже за опыт. Как тебе кибербабка? Какая кибербабка? Которую тебе давали, нет? Ты не выбил ее? А, ты выбил ее. Ну, скин на бабку. У меня уже есть хороший скин, все, больше не надо. Мне в этой годовщине только два скина нравятся, это... восьмерка и на Сомбру хрень. Вы прибываете в Шато Гияр. Блять, где Сомбра? А. Взломать можно все и всех. Люблю я за пассивный хил. Блять, мне вообще нельзя стрелять в этой игре. Что за пиздец? А это, блядь, нормально, что мы уже почти 2 минуты ищем, блядь, универсалов? Да. А вот и я. А, это пизду. Но Манчестер. Телепортируй.
Ты старался. Ну мало ли, может эта штука когда-нибудь ломается. Вы прибываете в Риальто. Приготовьтесь атаковать. Да, блядь, да дайте танка. Я танк. Блять, я сейчас на секунду подумал, нихуя себе, ты взял эту мерку. У меня даже со мной есть вот такой вот чел прекрасный. Чего? Хуй-то. Ну и иди в попу. Вот тебе это, вот тебе попа и давай. Ебош. Чё он сказал? Пошел лесом, он сказал. Сам такой. Подписоты. Блять, как мне бесит, что эта сфера возвращается, блять, с какого-то хуя. Там пиздец. Рейки сбей. Кого? А. Сверху стоит, настреливает снайпер. Самоуверенность – плохая защита. На колени предо мной! Сзади нас там молотом ёбнули. Да-да-да, так не то, что не пошел просто, понимаешь? Я один ворвался. У меня все золото, все золото, кроме хила. Сколько убийств? 6 убийств. Тоже. Урон бронза. То есть у нас один ДДшник, скорее всего, работает. Хотя я уверен, что второе золото, это... Второе золото тоже у танка.
Бля, сорян, мы тут этого убирали. Райнхарда. Молодец, хули. Блять, я всех убил. У меня опять все золото, все золото. Блять, у меня все серебро. Ладно, вру по бронзу по урону. Золото по урону и по убийствам. У меня золото по убийствам. 11, да? Да. По быстрому объекта. По выполнению задач. Но эта игра вдвоем не выигрывается, к сожалению. Валите меня, слушайте. Спасибо. Ты чё злой такой проснулся, а? Да я не знаю, просто типа дебилы не могут нормально отыграть. $20,000 урона заблокировано, да-да. В среднем 9,000. Такое ощущение, что зашел, не знаю, на бронзу, играю на ней. Интересно, какой есть ведь какой-то скрытый пул, хотел сказать, скрытый рейтинг в быстрой игре должен же быть в зависимости от опыта. Но судя по тому, что с нами играет 2000, 2270 уровень, то нет скрытого пула. Мы точки атакуем, да? Да. Кусь. Я, короче, взял твою любимую девочку. Ой, спасибо. Ради победы. Блять, ради бога, потом не смотри запись этого стрима, потому что то, что сейчас буду творить, это вообще, блять. Я уже его смотрю. Не смотри туда, не надо. У меня два экрана, я смотрю на второй сразу. Не надо, не надо. Чёрт, эти компьютерные игры! Да. Причём я мышку не отпускаю, когда так делаю. Я их отвлек немножечко. Ну, ладно, с Ренькой воевать это такое себе. Особенно, когда тут хитбоксы, блядь, такие, что пиздец. Я, конечно, все понимаю, но мне даже никто не пытается как-то сейвить, хотя я хилер. У меня другой, немного другая задача.
свидания, сучка. Бля, как я люблю на людей просто налетать лицом. Здрасте. Я это видел. Спасибо. Нужно летение. Нужно летение. Спасибо. Я присмотрю за вами. Заходите на точку. Нужно летение. Ладно, схватит. Бля, красиво. Приятно. Ага. Приятно. Лучший момент матча. Серьезно? Это сейчас где меня будет убивать. Да, это сейчас где меня будет убивать. А, 4... Ну, ясно. Урон, кстати, серебро, если чё. Нормально. Стоп, а сколько людей сейчас на лучшем моменте убила эта фара? Одного? Тебя, да? Нет, двух убила. То есть 4 килла на точке, блять, за 10 секунд, это... Всё, ладно, понял. Это плохо, это очень плохо. Всё, понял, принял. Гении делали игру. Особенно вот этот алгоритм лучшего момента. Блять, но самое приятное, это лететь, сука, на фару, блять, стреляя ракетами. Ох, блять, как приятно, сука, прям вот целовать ее. Муа! Блин, я не активирую ни разминки, ни хуя, потому что думаю, что это найдет секунд за 10, но, блять. Все в ВОВ пошли играть. Пригодится. Бежит такой крысомыш за мной. Ах, блять, стрим-снайпер, точно, все понятно. Блять, да что ж такое-то? Блять, сейчас музыка как из игр 90-х заиграла. Да, да, да. Приготовьтесь к бою. Выберите героя. Ой, ради вас, только ради вас я эту хуйню беру. Да не, мне нормально. Может, и что-нибудь послабее взять. Да. Сейчас после этого. Где хил? Кто? Где? Но это орать будет, скорее всего. Это фара, блядь, орать будет. Сейчас смотри, блядь, ты ее не будешь хитить, она тебя, блядь, репортить будет, нахуй. Из-за вас нормальных геймеров репутация ни к черту. Ты правда не понимаешь, что твои игры меня не интересуют? Благодарю. Где побил? 5, 4. Меня больше обычно, когда я играю за Арису, больше интересует, где команда нахуй? Вся, причем. Ой, это не та сторона. А где моя летающая девочка? Я не умею летать.
Сзади! Хуи было. Ибла. Где хил? О, спасибо. Вот он, умер. Не, я отомстил за тебя. Я второго хила вообще не чувствую. Ну там мой человек играет. По моим книжкам. У них фара. Какой симпотный хомяк, вкусный. Опять этот хуй было ибло. Чисто фару убил. Ой, хорошо. Нулевой хомяк у них, кстати. Да-да. Где хил? Здесь. Кстати, это хуеверт, бля, зеленая притягивает, наносит урон. А, нет, она просто притягивает, и все. Просто, по-моему, я кого-то убил этой хуйней пару раз. Не-не-не, ты убил, скорее всего, этим ПКМом. Но это и есть ПКМ. Ой, ну левая кнопка мыши, скорее всего, просто пулька шальная залетела. И я такой, опа, а я уже на точке. Не, с Ренькой воевать, блять, в мили это хуйня. Полная перезагрузка системы. Никто не пройдет.
Сверху у тебя дрейка. Да, уже не важно. Перезагрузка выполнена. Чё там, блять, произошло? А, понятно. Я успею. Не. Где хил? Как было 5000. Ладно, давайте я ёбнусь. Ощущение, что ну как вообще всем плевать. У них причем. Летаю как бы. Долетал. Убил себя. Ох, бля, ща. И я сдох об мину.
Присоединяйтесь ко мне. Активируйте увеличение урона. Моя суперспособность. Я покажу, когда. Он ебанутый? А все померли, что ли? Да. Поражение. 10 000 хила, да-да. Три Зоита. Я так и понял. Что? Что? Да, повешу! Где хил? Здесь хил. Не меня ищите? Ты очень старался. Блять, что взять, Реньку или Диву? Я понял. Блять, не смотри на второй монитор. Я тебя, блять, прошу, не смотри туда. Я специально буду заглядывать. Спасибо, что напомнил. Правосудие свершится. Адаптируйтесь при необходимости. Блять, у нас помойка, блять. Там и в нас летят. Ну, я пошел. Захватим объект. Захватываю объект.
Сверху. Конечно. Они там где? Вы там как, нормально? Да, заебись. Минус один. Я тут, видимо, про так и простою до конца игры. Блять, сука! Ну я понял, без меня нихуя не можете, блять. Мне. А, ладно. Ты прав. Я готов. Пришло время гравитационного колодца. Доставить курьер тоже выполним же его. Поставь щит. Ладно. Я так легко не сдамся. Вперед, покажи. Меня не остановить. Ладно, так сойдет. У нас еще 5 минуточек есть поспать. К слову, Синетра может двигать и море может двигать вообще без боя, потому что они почти невидимые для людей. Yeah.
Я чё-то хуйту сел. Ну, я пошел. Такой слон внезапный. Слона мы не заметили. Так, откуда у тебя этот скин? Скажи, пожалуйста. Какой? На, блять, вот последний, как бы, на, блять, как его зовут-то, блять, на Воронина. На этого начала, который маэстро? Да, блять, на Воронин. А, ну он с ивента выбивался. Ёбаный. Сука, единственный нормальный скин, блять. Его даже купить нельзя. Можем сейчас в элитинг пойти, пару игр сыграть, и я дальше там буду работать. Мне, в принципе, тоже бы убраться. Ну вот, говорю, можно сейчас в элитинг сыграть пару игр. Серьезно? Пропуск на поддержку? Ты уверен, что ты хочешь в танка пойти? Нет. Пиздец. Матч найден. Вы прибываете в храм Амри. Готовьтесь к обороне. Я надеюсь, ты отыграешь танком. Я очень на это надеюсь. Те люди тоже надеются. Мы на золоте играем. А, нет, нифига, там люди с бронзы. Ваша безопасность, моя главная задача. Как же смешно, ну чапает. Чап-чап-чап-чап-чап-чап. Запускаю дисциплину подготовки к бою. Оптимизирую стратегию. 30 секунд. Если каждый будет исполнять свою роль, победа обеспечена. Вот именно, если каждый будет исполнять свою роль, победа обеспечена. Хорошо. Где хил? Все хорошо. Укройтесь за барьером. Тут. Ради вашей безопасности. Не, не надо. 5, 4, не, не 3, надо. 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект. Солдат слева. Право, солдат. Вижу. Солдат все еще слева. Справа. Thank you.
Блять, сука, не вовремя. Ой, пиздец, я вылетел просто в жопу. Нет, ты здесь. Анна прибыла. Я ждал, все, со злости ливнул, хотя что... Ладно. А я че, умер, да? Я хуй знает. Ну ты вряд ли бы выжил, стоя на одной... У меня все слетело, понимаешь? У меня было золото, 3 золота. Ты так не шути, я ж подумал, что ты сейчас играешь 640 на 480. Блять, лучший момент матча. 0-0-1 выполнение задач, да? Да. Ну, я отыграл. Там просто, блять, солдат, который просто всех разъебал, блять, с крыши. Я понял. Пизду, я точку оборонять. Не пушим. Я проебал, блять, ульту. Меня убили в момент постановки этого ебучего столбика, блядь. Вперед, покажи им. Не, ну я хуй знаю, просто понимаешь, бронза там по урону, по убийствам, убийство объектов Зоита одно. У меня тоже убийство объекта Зоита. Одного человека убили, блять, на точке. Одного нахуй. Щитов не будет, ваша проблема. У нас второго хила нет, вот в чем проблема. Я только сейчас обратил внимание, какие же удивы, гигантские скулы. Ну да. Она там орехи прячет, что ли, я не понимаю. Не только орехи. Блять, я только сейчас понял, чего не хватает, короче, этому, блять, тарану, чтобы оттуда, блять, хомяк нахуй выпрыгивал, блять, и убегал. Он аж челов в кастрюле. Пусть стоит. 5, 4, 3. Так, ну я буду делать это красиво, извините сразу, потому что это будет пиздец. В моем исполнении. Ну, я 4 минимум на себя сагрил. Прости. Меня пригвоздило, говорю. Бывает.
Я не слышу тут просто, когда стреляешь со всех орудий, вообще нихуя не слышно, что люди говорят. Блять, это худшая ульта в истории человечества. Но я думал, что я убью это... А, ладно. Я слишком молода, чтобы умирать. Впереди вражеская цель. Истинное созидание. Нет! Катапультируй! Так, но мне надо с этим, блять, влетать туда. По-моему, я даже кого-то убил сейчас, или нет? Нет, никого не убил. Ты почти тарайно просто встал и все. Где-то было в воздухе это делать. Угу. Лучший момент матча. Двойное. Да докиньте ему, ну ладно. Ее, 62-й левел. Ее, портрет. Круто. Ну, калибровка идет хорошо, я прям доволен. Да-да-да, минус 50. Я, блядь, не верю в минус 50. Это, блядь, таких цифр, блядь, здесь не существует в этой игре. Ты чего? 1621 было, 1670. 1620 было, 1670 было, а сейчас 1621. А это, блядь, в честь чего вообще такие цифры могут быть? Я чё знаю? Это типа дебаф, блять, из-за того, что мы в группе играем вдвоем. Я чё знаю, что. У нас такого не было. У
меня на самом деле есть подозрение, из-за чего это может быть. Но это, мне кажется, вообще чушь. Удиви. Мне кажется, что, блядь, по железу определяют, что ты смурф. В доте тоже смурфов по железу определяют, если что. Это я тоже знаю. Ну, типа, пиздец. Если серьезно так определяют, то это полный пиздец. Ничего, на основу заходить, что ли? Не, кроме шуток, по мне не видно, но я, блядь, стараюсь. Я просто не знал, что ульту надо, блядь, кидать нормально в воздух. Потому что я все время там кидаю, в быстрой игре кидаю на землю, все дохнут. По три, по четыре дела. В быстрой игре ключевое слово. Да у меня, блядь, первая калибровка. У меня, блядь, с какого рейтинга стартует калибровка? С 1000, наверное. С нуля. Бля, ну слава богу, это хотя бы не вот этот вот, блядь, старый, веселый этот, господи, как его, рейтинг общий, где по 4 ДД, 3 танка. Да-да-да-да. 6 ДД один раз я видел. Правда, это была быстрая игра? Я был этим 6 ДД. Мы просто ждем или в разминку пойдем? Ну так пиликать мне надо, я ж забываю. Понимаешь, я пыхаю, когда ожидание. Вы прибываете в пекло. Взломать можно все. Маячок установлен. Перезагрузилась и по новой. А вот и я. 1-1 с челом, нормально. Посуду. Хороший ник. Привет. Всегда должен быть план Б. Перезагрузилась и по новой. Блять, когда-нибудь я научусь спрейить. Хотя нет, этому, блять, невозможно научиться. Это нужно руки не из жопы, чтобы для начала расти. Экстраняшка.
квартиру. Попадание на слюсы. Я estoy listo para ese trago. Я! Пока-пока. Я пыхал! Я так и понял. Пыхать вредно для здоровья. Да он заебал. Удрявер солидо михор. Фанат, блядь, ебучий гонца порнухи. Ой, не пригодится. Метеор! Застыньте! Не шевелитесь! Смотрите, как я могу! Эвэльто! Застыньте! Не шевелитесь! Ну, как дела? Да еб... Чего ты умер? От стрелы, которая в чар прилетела бы сейчас. Нет, ты понимаешь, ты просто, ты, у меня ты просто стоишь и падаешь просто. Аллах, прости. Оу. Как хорошо быть стримером. Я рад снова поработать с вами. Когда зашел чел, им стал теперь го, а сейчас могу типа го и подрубаешь стрим. Атака начнется через 30. Да блядь. И где медик? Кого? Научился обращаться с таким оружием. Сейчас будет весело. Давайте агрессивно будем заходить, максимально агрессивно. О, нет, это плохая идея. Я, у меня золото по урону, я нанес 3 удара за игру. Да-да, я понимаю тебя. А меня сейчас Райан просто фиксирует. Круто. Пизда летучая. Ладно. Выносите их! Герой
Типа, куда ты пошел? Ну, я кого-то убил. Или ты про себя? Да, про тебя. Блять, я захожу, он тут один, блять, стоит. Ладно, уже не один. Спасибо. А, это не ты. Какая медаль по урону? Тебя не слышно. О, медали немного. Стараюсь. Просто у меня золото по урону, и я понимаю, что мы, скорее всего, вдвоем играем. Как обычно. Сколько тебе урона? 4700, серебро. Ну, вот у меня столько же. Да я влечу туда нахуй. Моя супер способность заряжается.
Ой, хорошо дал. Удивительно, на ринге я реально лучше играю, чем в быстрой игре. Там их сбивать должен. Я знаю, он мне его нету. Сзади. На самом деле нормально протащили. Я дегенерат, блять, репорт мне. Я даже культу пускаю. Куда я ее пустил? Лучшую ульту я дал в любом случае, это пиздец, бля. Я просто в щит Рейнхарда дал, я забыл, что она не пробивается, блядь. Я забыл, что это направленная атака. Молодцы. Просто я взял эту пушку и все, и минус все. А. Но у меня серебро по всему. Скорее всего, у тебя по всему золото, да? Я правильно понимаю? Ну почти, да. Не, у Рейнки прям урон, блядь, прям такой приятный. Очень нужны щиты, прям очень. Ну, два щита тебе достаточно? И нам нужно сейчас их держать очень долго, очень долго. Ваша безопасность. У них чел ливнул. Хил, скорее всего. Я помню, как-то играли 5 в 6. При этом был чел на помойке, он ливнул, блять, мы победили. О, спасибо, Е54. Похоже, ты вышел за рамки своей базовой программы. О, идеальная постановка щитов. Можем мне сюда щит, пожалуйста? Блять, как до тебя дойти-то, ёб твою мать? Все, стой уже. Все, вижу. Защищение
Я спустился. Чит. Врубил. Великолепно. Причем он сверху. Чел, не знаю, какую-то хрень. Что-то я вообще райт-клик не жму, надо про это помнить. У них три ливера, все, забей. Ну конечно, я встал, когда дебил здесь стою. Серия из 5 убийств. Сейчас будет мой лучший момент. Лучший момент матча. Нет? Ну ладно. Я с ДДС зашел очень офигенно, очень эффективно. Ты так говоришь, как будто бы это сарказм. Конечно, это сарказм. Блять, у них из-за тебя даже чел ливнул, настолько он охуел, блять, в конце того раунда, который они выигрывали, блять, в сухую. На первых трех минутах. А потом что-то пошло не так.
Я бы даже сказал, что... Я. Короче, давай, это моя последняя игра, и пойдем дальше. Окей. Куда пойдем? Ну, я пойду дальше работать, а ты... А ты не знаю. Я... Мне надо спать и убираться, на самом деле, потому что... А, вот. Ладно, блядь, все, я очень жестокий теперь буду. Где ты там, блядь? Здесь я. Я возле твоей жопы. Пока-пока. Я ж тебя найду. Так найди. Так, где ты там? На колени предо мной. Сейчас расплачу. Как залетело, то хорошо. Ой, какой хороший Макри, блять, которого я, сука, без мехи убил. Блять! Мне так нравится с тобой играть. Я успею! Блять, да дал бы мне этого сучонка убить. Ну потом дам. Твоя что ли? Блять, чуть-чуть.
Я же это мои учил. Опять ты! Я не умею проигрывать. Пока-пока. Вот! Ну да, не забыл, что меха наносит урон точно. Вот новый поворот. Да ладно, где? Блядь, да ладно. Вы пребываете в Оазисе. Приготовьтесь к бою. Выберите героя. Чувствую, меня сейчас пытаются будет хилить, но у них это не получится. А потому что у нас нет хилов. Официально. Ну слушай, здесь будет довольно легко играть за моего персонажа. Я сразу зайду с жопы. Ты куда пошел-то? С жопы. А, ну давай попробуй. Прекратить сопротивление.
Как бы это объяснить? Мы 40 секунд с Пуджом воевали один на один здесь. Сзади пуч. Я понял. У меня золото по исцелению. У меня золото по урону. Поздравляю. Но правда, это я 40 да? минут реально по одному пуджу стрелял. Бля, чел не перехиливает, к сожалению, эту ульту. Анализирую данные предыдущего боя. О, у меня отняли золото по урону, спасибо, блять. Я уж. Да, пожалуйста. Бля, у меня хромак пошел по пизде, но сейчас уже не вижу смысла его чинить, потому что совсем чуть-чуть. Это было оскорбление, видимо. Сзади уже двое. Сорян, щита не было. Да я понял, мы просто их давим. Вот сколько тебе сейчас прибавится? Вот посмотри, сколько тебе сейчас прибавится?
А, блять, у тебя калибровка. Давай посмотрим, я только откалибровался. А Ханзо у нас молодец. Ну, а у них один челик играл, понятно. Ну да, по итогу один. Сейчас посмотрим, человек калибровался, ну и все, и заканчиваем на сегодня. Неплохо. Не, мне что-то, знаешь, я так смотрю, я вроде нормально играю, хуй знает. Даже на ринге. Это пока я загорелся. Ладно, спасибо за стрим. Все, давай, пока. Я какой-то сундук открой. У меня все открыто уже. А, это у меня... Ой, блядь, все, крыша едет не спеша. Давай. Все, пока. Да, ребята, эту игру за танков не считаем. То, что сейчас вот... Ой, зачем я с эту кнопку жму? Эту игру за танков не считаем. Господи, откуда столько народа? В общем, смысл в том, что... Ну, я думаю, я откалибруюсь и больше пока за танков играть не буду, потому что это отдельную статистику вести мне... То есть у меня на саппортах там пиздец. Хотя вот мне реально кажется, что вот... Вот это вот пиздец, это на саппортах. Может, не реально танков пересесть? Потому что я в Вове играю на танке, в Скайриме я играю на танке, в Dark Souls я играю во втором своем любимом на танке. Вообще, везде я играю на танке. Может, в этом что-то есть? В общем, в любом случае, всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи и всех благ.